Камера пошла. Мотор, начали. Блин, что? Правда, неохота в Москву такую езжать потом. Может, поедешь опять скоро? Не, не скоро, блин. Где-то в конце июня поеду. Поедешь? Ну, на работу, а что, блин? Ну, ты сказал, будешь тут. Не, ну буду тут искать. Может, если найду, тогда не поеду. Ты хуй ищешь, походу. Я ищу, ты чё, блин? Да ладно. В прошлый раз же я искал поваром, работал 3 дня. Ну, 3 дня? Мы там платили мало, блин. И работать по 14 часов, прикинь. Интересно, интересно, да? Ну спой песню, ладно. Я бы сейчас да, тебя что, так разморило от пива? Да. Охренеть. Да. Блин, уже сирень цветет, блин, офигеть. Да? Уже сирень цветет. Да. Она не везде, походу, да, цветет? Не знаю. Сирень. Да, погодка шепчет, да? Классно. Шепчет, даже матрасик. Есть. Матрасик, блин. Да, да, да. Ну да. Матрасик, а рядом, чтобы это. Столик был там накрытый, да? Там шашлычками там. Со всякими этими, блин. Виноградик, блин. Фрукты, блин. Сейчас я ее сниму. Хорош материться, ты че вообще, блин? Матерщинник, блин. Ну ты пошляк, а. Где я этот, сука, всякий еще нашел? Иди, ты холостой, иди познакомься с ней. Да нахуй они не нужны, блин. Псины ебаны. Блин, мне здесь нельзя так про девушек говорить, ты че, блин? Ну а что, слышишь, что это? Ты будешь звонить своей девчонке, блин, или что? Или она тебе позвонит? Ну, может, она позвонит. Да. А может, я. И что, каждый день вы созваниваетесь, да? А? Каждый день созваниваетесь. Ну, и по сколько разговариваете времени? Ну, долго. Долго, да? Да. Ну, по сколько? Бывает целыми днями на телефоне. Да? Ночью созваниваетесь, да? Нет. Ночью нет? Ночью бывает не захочется. Снимается чуть-чуть. Вечером мы сидим разговариваем. Да? Да. Вечером бывает там, знаешь, полчаса там говорит. Конечно, она засыпает. Там на телефоне. Я тоже. А как ее зовут? Сюзанна, да? Люба. Люба? А фамилия как? Жемчужная? Как? Жемчужная? Жемчужная, да. Не пришиб, бля. Любовь жемчужная. Ну да, любовь жемчужная.
Так, чё, слышишь это, блин? Да, да, еще чуть поснимаю. Так, а если она к тебе приедет, это, блин? Нет. Чё, ты свадьбу будешь делать? Так, ну, где мне деньги брать, ебать, свадьбу делать? Не будешь делать? Лавандосов нет, да? Ну, да. Понятно. Так если она скажет тебе, блин, ну, лавы нету, нахер ты нужен, блин? Скажет, лавандосов нет, отдыхай, значит. Чего? Скажет, мне нужен богатый. Она этого не скажет, это могут ее родители там что-то выпулят. Ну, родители выпулят. Скажут, зачем он тебе нужен такой? Короче, я пью. Ну, пей. Скажет, зачем он такой нужен тебе? А ты что скажешь? Прикинь, если она приедет, и вдруг родители приедут разбираться с тобой. Ну, куда? Куда ты убежишь? Да в другой город с ней убежишь. А? В другой город убежишь с ней. А куда? Че, на море жить будешь? Палатку поставишь, да? Палатку можешь поставить. Здесь на море. Кто тебе тут разрешит, блин? А? Кто тебе тут разрешит? Дубинками по тебе отколошматили. Слышишь, а прикинь, если бы разрешали ставить, тут бы, наверное, цыгане бы поставили бы, да? А нахрена вы тут траву, блин? Слышишь, лошадей бы тут пастись бы, блин. Лошадям бы ноги перевязали бы, чтобы они не убежали бы, да, тут паслись бы, траву бы ели, блин. Такой, блин, сразу это табор, прикинь. В город ходят, гадают, а здесь живут, блин. Костер, песни под гитару, блин, прикинь. Да. Заготут вон в море купаются, блин. Да, я представляю. Цыганин вот отдать один барак. Живите, они его нахуй разобрали бы. Да. За один час нахуй. Бабы внизу, мужики ехали были. В каком бараке? Где? Тут гаражи, где какие бараки? Гаражи ты имеешь в виду? А? Гаражи ты имеешь в виду? Не, другой барак. Какой? Какие бараки? Это дом, а не барак. Ты что, дурак что ли? Ну? Дом это частный. Ну и это дом, квартирный дом. Там же тоже частные квартиры. Ну а помните, как называется? Дом так и называется. Да, барак. Ты дурак же совсем, блин. Ну а что это? Это дом. Барак, дурак. Вот это, блин, тормоз, а. Я таких тормозов еще не видел, блин. Ну сколько себе нахуй видишь, что ли? Где ешь эти два? Ты ешь, я их не ем. Какая разница? А? Какая разница? Ешь, еду ем. Как тёпло, ты же ем. А что такая разница? Сказал и всё. Где учёнка? Где учёнка? Белые ночи. Ты дурак, блин. Что ты несешь, блин, бред какой-то, блин. Я покалываю, дурак. Я лепо советую.
Сейчас снимем, родителям покажем. А ты тоже со скольки лет начал курить? Я? Да. Ты с 87 лет курил. А? Вот так вот, пока не требовался курить. Да? Ну, а отец тебя не бил? Нихуя, он не топтался, блядь. Да? Да. Нифига. Пашу, пиздец, нахуй. Только отпиздил, нахуй, только, блядь. Отошел, опять курю, блядь. И ты все равно курил, да? Да. Короче, это организм требовал, да? Ну да. Ты нахуй ребенок, я понимал. Поехали, папа, нифига. Ну а где ты сигареты брал? Ну спрятаны были. Спрятаны были? Не, ну спрятаны, ну а ты где их брал вообще? В магазине, что ли? Тебе ж никто не продаст тогда, когда ты был ребенком. Или ты у отца брал, блин, воровал? Дал кому-нибудь, купили и все. Я был в Бохове, там, 25 лет назад. О, на дядь. 20 лет назад. Попросил кого-нибудь, ну и все. Да? Да. Вот папка послал за сигаретами. А мне сигареты не дают. Купите, пожалуйста. И что, тебя продавали ребенку? Да не продавали. Это не попросил кого-нибудь там и все. Было продавали мне. Да? Да. Кому берешь? Не, просто спрашивали, кому берешь? Ты такой себе. Нет, отцу, вот.